За 75 тысяч долларов продали Кока-Колу в Австралии. Речь, правда, не о банке газировки, а о целой вывеске. Она провисела в Сиднее больше 40 лет, и вот ее решили распродать по буквам через eBay. Наибольшим спросом пользовалась у покупателей маленькая C. Эту букву в итоге приобрели за 14 тысяч в американской валюте.